Ребята, всех приветствую, с вами Killswitch, безымянный герой и его ангел-хранитель, я Полина. Итак, правда я плохо справляюсь с ролью ангела-хранителя, ну ладно. Ой. Блин, вы подумайте только. Офигеть, ты вообще откуда взялся, парень? Я тебя же не видела. Блин, аптечника здесь. Где это я? На судне на каком-то. Что, я ее хватанула, что ли? Вот ведь. Хотела оставить. До лучших времен. Оп, вижу. Цель вижу. А, так вот что у меня за оружие. Винтовка, кажется, да? Так. Кажется, только один парень, да? Оп. Так, тихо. Ну, всё, выметили, молодцы. Да, но это не все. Право вот так вот меня попасть. О, нет, не убивай! Хорошо, по крайней мере, теперь я знаю, кто где сидит. Ой, какая отстая. Так, а теперь мне нужно убрать всех. Оп. Ага. Вот так вот, значит, у меня винтовка есть, да? Так, ну-ка. Блин, щит. Они окна здесь стреляют. Эй, ребята, вам что, свою собственность жалко, что ли? Так, а кто где стрелял-то хоть прямо? Откуда полили? Эй, ребята. Кто, где? Эй, чувак! Вот только на него здесь какая-то есть. Оп! Оп. Так, ну что, это все, я надеюсь? Нет, это... Вот! Парень-то на мышку взять, а? Блин, что-то он не торопится умирать как-то. Окей. Что мне с ним делать? У меня больше оружия-то и не осталось. Оп, бежим. А, это я хотела то, которое у меня уже есть, да? Ну ладно. Ой. Нет, что мне выйдет? Так, тихо, спокойно, ребят, спокойно. Да что ж такое, ну? Ладно, все, как всегда, улетаю в прапсе, ребята. Блин, вот ты не поговоришь с вами, потому что тут такая напряженная ситуация, пипец. В общем, ребята, там несколько солдат, снайперов, по всей видимости, сидела наверху, поэтому на них я потратила винтовку. Она, вот эта винтовка, а на остальных я трачу вот что-то типа такого оружия. Да, из меня хорошенько вытряхнули эти здоровья, скажу я вам. Надеюсь... Ой, что ж такое? Кто, где еще? Где власть? Блин, вот они скрывают, их не видно. А? Ну-ка. Ну уже. Блин, вот кто? Вот кто стрелял? Ну... еще снайперёныш, да ё-моё! Как же вы меня, ребята, достали, а? Ха-ха-ха. Отлично. Ну вот, вы из меня половину здоровья вытыхнули, а где теперь аптечнику найти, а? То есть такие умные, блин. А. Ну вон аптечка, в общем. Ах.
Да! А, Шин, да что это за игра? Ну пипец! Все, нафиг, не буду храпс включать, будете смотреть на все мои попытки. Достало меня. Сдохни, сдохни. Ой, так. Винтовка, винтовка. Ну что ж такое? Где моя винтовка? Эй, где моя винтовка? Какого черта, где моя... Пипец, винтовка исчезла. Ну все, да, убивайте. Винтовки нет. Винтовка у меня отмазалась. Пипец какой-то. Блин, ну вот, вот что я могу сказать, когда здесь такая фигня происходит, да? Вот я из винтовки только что стреляла или нет? Вот я нифига понять не могу, если честно. Здоровечко. Ого. Как это так? Жужжужжужжу. Опачки. Вот куда мне надо. Ага. Я из винтовки стреляю, или откуда я не понять, но что слегка. А, вот винтовка. Что ж такое, да? А, я поняла, куда мне нужно очередное благо. Что-то хорошее. Давай, парень, выходи, что не скрывайся. Иди сюда, чувак, иди. Не бойся, не обидься. Что меня аут? Ой, эй, откуда вы еще лезете? Опа, 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 опа. Прикрёшься, ну. Обувись, прикрёшься. Давай, ты уже хочешь, я тут еще одну порцию. Эй, 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 тихо, тихо, тихо. А кто? А зачем вы меня бесите? Ну перебью же сейчас всех. Ну как вы это не понимаете? Тихо, тихо. Быстрый, смелый парень. У нас здесь. Так, тихо. Ха-ха-ха. Блин, ну стоит нормально, но вообще не подпасть. Дайте нормально, наверное. То есть я не один патроном, а очень. Блин, ну вот так вот я не могу просто менять, отлично. Ладно, вот так. Сейчас тут, наверное, о, полезли уже полезли. Все. Ну что, ребята, продолжаем. Продолжаем нашу упорную борьбу с ребятами. Тихо, 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 тихо. Опа, опа. Оп, как взялся. Как взялся, да, за меня? Прям стреляет и стреляет, прям похоже. Вот. Тебя прикрыть? Меня бы, блин, кто прикрыл? Тоже мне. Каков наверх. Ах, ну что, наконец-то зачищенная территория. Кью. Вот что назвать? Кью, О. Какая-то О с ударением. Что это за буква? Опа, ребята, кстати, еще кое-что забавное. Чтобы ваше оружие приближало, собственно, ну вот только что это произошло, нажмите на колесико мыши. Можно на X не нажимать, можете просто нажать на колесико мыши. Вот еще, вот что это за кнопка такая? О с ударением.
Что с ударением? Вот что это? Ай, пипец, просто как. Что с ударением? Да вот фиг его знает, что это. Ребята, они перед чем не остановятся, ну? Сюда, ос ударением, ос ударением. Что же это за кнопка-то такая, а? Блин, там столько снайперов, у них кто... Оп! Блин, они подвое сюда залетают. И все-таки, что это за О такая с ударением-то, а? Пес какой-то. Нет, это не Q. А, это Е, ё-моё, нужно долго Е удерживать. Вот тебе и О с ударением. Кто где стреляет? Ё-моё. Так, а это что такое? И что дальше? Ой, по всей видимости, мне пока сюда еще не надо, да? Ладно, пособираю оружие, и, наверное, я потом сюда еще зайду. Сначала нужно как-то задаться с теми ребятами с нами. Где там моя супер? Оп. Еще один у тебя есть. Вон, вижу. А, у меня даже нет. Даже не знает, кем был убит. Отлично. Еще где-то были ребята. Где-то еще они были, блин. Вон. Вон он стоит, он вроде как затаился, но потом таких мне бед предоставили. Так, ребята, спокойно, спокойно. Откуда вы попались? Ну-ка, 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 еще постреляй, чувак. Я не успела свою дислокацию засечь. Так, кажется, поняла. Так. Вон. Ой, 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 как много он у меня жизни забирает. Ну все, моя винтовка закончилась. А цели у меня еще. Ого-го. А, нет, вроде нет, да? Так, еще один. А вот... Еще один. Ребятки. Так, может быть, здесь тоже мне нужно? Так, нужно еще одно место найти, где взрывчатку разместить, да? Ладно. Давайте попробуем. Блин, мне так страшно, если честно. То есть то, что они его грохнут, блин. Чтоб они все сдохли. Эй, взрывчатка, где тебе еще взрывчатка, да? Вроде никого. Блин, еще вон палят, вижу, что палят. Ой, чувак, выходи, плотно. Блин. Вот здесь. И сюда! Вот так, кусок. Так, а где еще взрывчатку-то разместить? А, то есть это вся территория, да? То есть... Больше меня пока никуда отправлять они не собираются.
Так, ребята, давайте еще сюда заглянем и почитаем, где же нужно размещать-то взрывчатку. А то что-то я как-то не совсем понимаю, если честно. А так, разместить взрывчатку, помещение с генератором, помещение с трансформатором. Ну, я же вроде везде уже разместила. Ой, так, ну, разместила. А дальше-то что делать? Куда бежать, что делаю? Меня здесь столько раз убивали. О, молния нарисованная, круто. Ну, тут вроде ничего такого, да? Да блин, хоть бы, я не знаю, подсказку, что ли, какую дали. А то помещение с генератором, помещение с трансформатором. Генератор-то вообще что такое? Это что-то с отоплением связано? Или нет? Не отопление, это свет, что-то типа того, да? Включает кто-то. Или нет? Или да, или нет? Блин, что это? И как мне туда будет попасть вообще? Что здесь делать? Но я уже все разместила. Игра. Что с тобой? Игра, я уже разместила все взрывчатку. Куда теперь писать-то? Мини-граната? Ну, вон взрывчатка. И бог его знает, что это за помещение такое. Давайте уже это место поднимите на воздух, ну зачем проблема, да? Вот и съем взрывчатка, ну. Не понимаю, какие-то проблемы, и что? Что делать-то делают? Куда бежать? Никого из ребят уже не осталось. И как-то уже не так интересна игра. А-а-а! Ха-ха! Ага! Вот оно! Помещение с трансформатором, да? Так, а то тогда было что-то помещение, где типа, ну, центр управления или как-то так. Оп, ребятки повылазили. Эй, ребят, у вас сейчас слишком много, вам так не кажется? Ладно, я просто попробую бежать от них. Тут вроде тихо, да? Что не так? Я уже все сделала. Ну вот, ребят, только осталось дождаться. Бля, парень, ты чего мажешь это себе? Идите сюда, идите, быстро, быстро. Ха-ха-ха-ха. Ну все, все взрывчатки на местах, даже три разместила. А вы вроде про четыре, ой, про две говорили. Блин, что-то вот игра потрясает немножко. У вас что, двое здесь только было? Ну, видимо, мне нужно эту территорию еще раз хорошенько обследовать, да? И может быть я найду еще одно место, где мне нужно еще одну взрывчатку разместить. Не особенно въезжаю, если честно. Вроде же все уже на месте взрывчатки. А в чем проблема-то? Ладно, давайте еще куда-нибудь сходим. Правда, куда? Вот вопрос. На засыпку. Опачки. А. Оу! Вон оно! Ну вы только подумайте, а? Так тут всего 4, да, должно быть? Ага, ясно. Ясно. А это помещение с генератором, да, наверное? Ну все. Окей, поняла. Теперь главное, чтобы меня веселые ребята не встретили. Сел на шлоги, да? Будут любить? Кто кого?
Ой, кошмар. Такой, блин, ребята, с этой игрой пипец. Она мне нравится, но она сложная для меня, блин. Наверное, я привыкла ко всяким там... Я не знаю, ко всяким Bloodrayne, ко всяким Tomb Raider. Tomb Raider, ну не суть. Наверное, поэтому для меня эта игра сложная. Может быть, потому что... Может быть, она сложная, потому что я никогда раньше в подобные игры не играла, в конце концов. Во что-то похожее я играла, только я помню, был Fear, в общем-то, и все. А так я что-то такие игры, ну вот, беги, стреляй, не очень люблю. Окей, ну хорошо, я рада, что я разобралась сама, я рада, что я ни в какие прохождения не подсматривала, рада, что у меня не опустились руки, что я не наплевала на эту игру, не сказала, что «А, все, к чертям, как мне это достало». Этому всему я рада. Надеюсь, вы со мной порадуетесь, если, конечно, досмотрите этот видеоролик и, в общем, прослушаете то, что я сейчас говорю. Хорошо, ребята, наверное, я сейчас скажу вам до свидания. И увидимся в следующем видео, да. Надеюсь, там будет новая локация и будет очень-очень забавно. Ну что же, всем до встречи. Мы все разрушили, мы постарались. Мы старались, мы правда очень старались с этим парнем безымянным. Ну что же, всем пока.